Merhaba, hoş geldiniz. Здравствуйте, добро пожаловать на канал Америка. Сегодня с вами мы посмотрим на самый религиозный район Стамбула, и это Эйюб. Действительно, Эйюб славится своим консерватизмом. Именно здесь можно более всего встретить женщин, голова и волосы, и конечности которых покрыты одеждой. Но также встречаются и женщины в черных одеяниях, так называемых абеях. Это когда открыт только глаза, а на руках надеты тоже черные перчатки. В общем, как в арабском Марокко. Чем же примечательный район Стамбула Эйюб? На самом деле, это симпатичное место находится в низине одного из холмов с красивой, неимоверно красивой одноименной мечетью. За счет своего низкого расположения здесь почти всегда душно и жарко. Но на помощь приходит большой фонтан возле мечети. Давайте немного с вами поговорим о истории этого неимоверного места. В этих местах, где сливаются две реки за пределами стен древнего Константинополя, находилась деревня. В период Византии она носила красивое имя Космедион, честь ближайшей церкви, а затем монастыря, посвященный святым Осме и Дамиану. Когда укрепился позднейший монастырь, в период первого крестового похода там остановились солдаты Готфрида Бульонского. При турецкой осаде Константинополя духовный учитель султана Мехмеда II Ак-Шемсетин объявил, что вроде как нашел здесь могилу ближайшего соратника пророка Мухаммеда, Абу Аюба аль-Ансари, погибшего в этом месте 7 веков до этого события, когда Константинополь осаждали арабы. Когда Константинополь был взят тем же Мехмедом II, султан распорядился на месте упокоения Абу Аюба построить мечеть. И это была самая первая мечеть, которую построили в Стамбуле. Теперь понимаете, дорогие мои, почему я называю этот район Стамбула самым религиозным местом в городе. Рядом с этой мечетью построили баню, общественную столовую и медресе. Именно с той поры Эйюб в турецком прочтении Аюб стала священным местом, и многочисленные государственные деятели Османской империи хотели, чтобы их похоронили именно в этом месте. Построено рядом с мечетью кладбище, самое ухоженное. На протяжении 17-18 веков за счет большого наплыва беженцев Стамбул сильно вырос. Так Эйюб стал стамбульским районом внутри стен города. Какое-то время здесь строили фабрики и превратили это место в более-менее пролетарское. А в конце 19 века сюда приезжал французский писатель Пьер Лати. Именно в его честь и названо кафе на вершине местного холма, на склонах которого и расположено то самое священное кладбище Стамбула. Разговение.